такое цимбандо, сразу непонятно. Ансамбль с таким названием из Харькова приехал в Липецк, чтобы поздравить липецкий коллектив «Мозаика» с 25-летием, а заодно и выступить перед липчанами на украинских народных инструментах. У нас название цимбандо. По первым слогам наших инструментов. Цимбалы, бандура, домра. Музыканты «Мозаики» 25 лет назад начинали как сопровождающий коллектив певца Анатолия Безденежного. Теперь это самостоятельный ансамбль. И все чаще в их репертуаре не калинка, а современные мелодии, которые порой совсем трудно представить в исполнении на народных инструментах. Нас часто упрекают, что мы не играем народную музыку. Мы играем народную музыку, но мы играем ее в современном, как бы, современной подаче. В коллективе цимбандо тоже привыкли сочетать несочетаемое. До них никто и не пытался поставить такие инструменты на одну сцену. Это нетрадиционное сочетание инструментов. То есть у нас даже многие наши профессионалы, то есть преподаватели, профессура наша, скептически смотрят на то, что у нас такой состав. То есть бандура – довольно гулкий инструмент, цимбалы – довольно гулкий такой инструмент. Ну и само слияние этих тембров, оно по себе как бы довольно трудоемкое. Но удивлять решили не только этим. Из своего выступления украинцы сделали настоящее шоу. То исполняли на народных инструментах классику, то играли вслепую. Липчане в ответ сыграли музыку из любимых советских фильмов. Мелодию из картины «17 мгновений весны» в «Мозаике» выбрали, потому что их 25 лет тоже прилетели как мгновение. Полтора часа концерта тоже прошли незаметно, и теперь музыканты подумывают о совместном концерте уже в Украине. Наталья Медведева, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.